помогают работникам административно-технического надзора следить за чистотой и порядком неравнодушные жители. Самые активные из них становятся внештатными сотрудниками ведомства. Накануне в правительстве Подмосковья им вручили удостоверение инспекторов. Всего 14 человек. Среди них и химчане. Тарзаварсин Иван Игоревич, внештатный инспектор городского округа Химки. Он с высочайшим уровнем профессионализма реализует все полномочия внештатного инспектора, являясь в прошлом государственным административно-техническим инспектором Госсанитехнадзора Московской области. Он и по сей день остается на страже чистоты, порядка и благоустройства на территории нашего региона. Вручение удостоверений прошло в рамках форума внештатных административно-технических инспекторов. Что же касается ситуации в Химках, то сейчас там приоритетно идет снятие несанкционированной рекламы, вывесок, то есть город приводится в такой привлекательный вид. То есть сейчас работа с руководителем администрации в тесном сотрудничестве с Госсанитехнадзором идет комплексно именно в этом направлении приоритетно. Я знаю, что они снимают вывески, я знаю, что они приводят в соответствие заборы и ограждения вот к этим новым стандартам. То есть вот идет внешний вот этот вот облик вдоль вылетных магистралей, центральные улицы города приводятся в порядок. Основная задача Госатомтехнадзора – обеспечение чистоты и порядка во всех муниципалитетах, что возможно только благодаря привлечению неравнодушных активных людей, отметила начальник ведомства Татьяна Витушева.